Меня зовут Елена Кургей. Я работаю ведущим художником-модельером на обувном предприятии. Мое утро начинается в 6 утра. После семейных утренних сборов мы все отправляемся, каждый по своим делам. Я прихожу на работу в 8:30, и начинается мой рабочий день. Моя работа – это постоянный творческий поиск. То есть мне нужно постоянно искать какие-то идеи, способы их реализации. Путь каждой пары начинается с разработки колодки. На новый фасон я рисую эскизы, в которых продумываю каждый элемент будущей модели, подбираю материалы и прорисовываю модель на колодке. Потом делаю чертеж и передаю на деталировку. Для того, чтобы создавать модную, удобную, красивую обувь, нужно постоянно быть в курсе последних тенденций моды. Читаю отзывы наших покупателей в интернет-магазинах, за что им отдельное спасибо. Всегда очень важна обратная связь. Обувное предприятие, оно никогда не стоит на месте, всегда движется в ногу со временем. Это приводит к тому, что постоянно внедряются новые технологии, новое оборудование, и для художника это всегда какие-то новые нестандартные задачи. Это своего рода вызов для своих навыков. То есть, если хочешь расти профессионально, берись за новые нестандартные задачи. Для того, чтобы работать художником-модельером, нужен креативный подход к работе. Нужно умение отстоять свою идею, свою точку зрения. Нужно уметь работать в коллективе. Когда каждый день на улицах видишь людей в своих моделях, это очень приятно и своего рода благодарность за мой труд. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.